Рулонные шторы, жалюзи, натяжные потолки и стальные двери Дорхан, а также ворота, роллеты и шлагбаумы. Звони 27009. Основой современного лечения варикозной болезни в развитых странах является эндовенозное лазерное лечение. В узловой больнице эту процедуру проводит сосудистый хирург, флеболог, член Балтийского и Европейского венозного форума Расуховский Дмитрий Александрович. Сегодня эндовенозное лазерное лечение – одна из необходимых процедур для решения проблем варикозного расширения вен нижних конечностей. Получить подробную информацию о процедурах и записаться на консультацию можно по телефону 8 921 868 0929. Выставочный центр «Эрмитаж Выборг» приглашает на выставку «Фламандское искусство 17 века» из собрания Государственного Эрмитажа. На выставке представлены живописные полотна, скульптуры, предметы прикладного искусства, отражающие золотой век Рубенса. В среду в Выборге ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в нашем городе днем минус 7-9, ночью до минус 11. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. В Петербурге переменная облачность. Днем северная столица 7-9, ночью 9-11 градусов мороза. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. В Лапейнранте малооблачно. Днем 7-9, ночью 10-12 градусов со знаком минус. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. В Хельсинки без осадков. Днем 4-5, ночью 2-3 градуса ниже нуля. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Ну, я хочу, чтобы ты была режиссером. С чего вдруг я? Ты знаешь, что я хочу, как я вижу. Ну ладно, что, фиг с тобой, давай снимем. Ну, типа, если ты хочешь, чтобы я тебе в видосе была, ну, плати. Я снимаю за 20.